Республиканский слет кадет и юнармии состоялся в четвертый раз в Чувашии. Более 500 учащихся собрались в кадетском корпусе Приволжского федерального округа, который по праву считается центром военно-патриотического воспитания и кадетского образования в республике. Юнармейцы получают знаки доблести. Такие вручают только активным и успешным. На счету каждого из этих ребят участие в парадах и слетах в военно-патриотических конкурсах республики и России. Я являюсь участником различных многоборий, триборий, морских олимпиад. Я являюсь призером морской олимпиады. Также мы ежегодно, второй год уже ездим в Москву. Там становимся призерами. В прошлом году мы были победителями в конкурсе «Смотра, строя и песни». После 4 класса наш класс сделали кадетским. И происходил кастинг среди отличников, тех, кто хорошо учились, и среди тех, кто хорошо командовал. В итоге выбрали меня. Я получил данный знак отличия за умелое командование. Марш на плацу для кадетов и юнармейцев – дело обычное. Тренировки идут чуть ли не каждый день. Но слет – это возможность показать свои навыки в строевой подготовке, в обращении с оружием. Вы, соответственно, делаете все для того, чтобы подготовить себя к самореализации. Кто-то будет в перспективе защитником Отечества, кто-то сотрудником органов правопорядка и будет обеспечивать охрану общественного порядка. Кто-то будет настоящим ответственным предпринимателем. И сегодня, дорогие ребята, глядя на вас, на вашу выправку, целеустремленность, наши сердца наполняются гордостью за вас. И мы понимаем, что именно вы являетесь достойными потомками своих отцов, дедов и прадедов. Благодаря строгой дисциплине у этих мальчишек и девчонок формируется стальной характер. Они имеют четкое понимание долга и чести.